Народный обряд зажинки прошел у сельгаспрадпрыемстве «Привольны Агро» Славгородского района. Это символичный старт уборочной кампании у Могилевской области. Удел у мероприемстве принял старшиня Могилевского облвыканкома Анатолий Саченко, керавництво района и предприемства. По традиции, первый сноп с поля уручили керовнику в области Анатолию Саченко, а он, у свою чергу, повиншивал хлеборобов Славгородского района с початком жнива. Губернатор отзначил, что уборка урожаю – это своего рода подведение выников той працы, якая началась на палетках еще с осени. Могилевская область приступила к уборке урожая. И для нас, конечно, это очень важный день. Мы же понимаем, что сегодня дали старт в Славгородском районе. И следом пойдут другие регионы. Конечно, это волнительный момент. Мы год работали для того, чтобы получить урожай. Делали все возможное и невозможное. Хочу сказать спасибо людям, которые работали по закладке урожая. А сегодня, наверное, самая волнительная, главная задача – убрать то, что выращено. Убрать без потерь.